Здравствуйте, дорогие подписчики. Добрый день, либо добрый вечер, либо доброй ночи, кто когда смотрит. Решила выложить такой маленький мини-влог о своем, как сказать, не то что отзыве даже, можно сказать, что я и об отзыве на продукцию крем ланолин, ланолиновый крем. Вот. Я потом покажу в конце, как на картинке выглядит Wildberries этот крем. В общем, я не знаю как, но я подумала то, что за 283 рубля крем будет, хотя бы такой. А он оказался вообще малюсенький. Прям малюсенький за 283 рубля. Не, ну, конечно, я его взяла, а как быть-то? Пришлось брать. Но я не думала, что он прям такой мини-бикини, как говорится. Я посмотрела, сейчас смотрю, то есть, вернее, что 15 грамм написано. А там до этого я не посмотрела, сколько он весит. Может быть, если бы я бы увидела, что он весит 15 грамм, я бы подумала такая, нифига себе, как... Что за 15 грамм? Ну, в общем, вот такой крем. Пока я его не пробовала, этот крем, получается, будет нужен после родов. Трещины на сосках бывают. И, получается, вот им надо мазать таким кремом. Вот и все. Такой мини-маленький влог. Обычно я просто вещи не особо... люблю прям вот раскладывать, показывать. Может быть, если руки дойдут, буду показывать. Вот я обычно, если что, снимаю разом, то что вкратце, что вот это я взяла, это мне понравилось, это я не буду брать или это я буду брать. В общем, если что, есть еще два видео с Wildberries. Они там буквально... Один, по-моему, 15 минут, второй 17 минут. И я, получается, сразу же там за 3 недели, то, что я брала там за последние 3 недели, я эти вещи быстренько описываю, что вот эти хорошие вещи, эти плохие вещи, и все. Кому нравится, заходите, смотрите. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А вот, собственно, и данный крем. Вот такой он. Вот, тут я написала комментарий, что они меня рассмешили. Ну и при этом пятерку поставила за отзыв. И получается вот такой вот крем сфотографировала, выложила. И в конце посмотрела отзывы, уже когда, как говорится, купила. Когда поздно пить боржоми. Вот. И пятерку я все равно поставила, но нашла отзыв. Там очень много хороших отзывов. Нашла один отзыв, где девушка одна написала, что за такие деньги очень маленький крем. Ну вот я с ней соглашусь, честно говоря. Ну хотя, кто же его знает, может быть действительно крем хороший за такую сумму. Посмотрим, пока не знаю.